Ребята, всем привет! Сегодня я буду рисовать единорога красками. Ребята, пишите, о чем вы любите рисовать в комментариях. Я люблю рисовать и карандашами простыми, и красками люблю рисовать, фломастерами, ручками, цветными карандашами. Так что я много чем люблю рисовать. Начнем мы с обводки. Рисуем. Сначала вы нарисуете единорога карандашом, а потом уже начинаем его обводить красками. Если вы будете тоже красками рисовать. Если вы будете цветными карандашами рисовать, то тоже лучше нарисуйте сначала простым карандашом. А потом уже рисуйте цветными. Ребята, не забывайте подписываться. Когда вы подписываетесь, я вижу, что вам мои видео интересны, я стараюсь больше видео снять для вас, чтобы вам было интересно. Давайте с вами нарисуем радужного единорожку. У нас будет красивый. И радужный. Теперь рисуем его ушки. И еще одно ухо такое. Разукрашиваем гриву единорога. Она у нас будет разноцветная. Сделаем несколько цветов гривы. Рисуем гриву, продолжаем нашу гривенушку. Такую ему продолжим хвостик ему рисовать. У нас будет зелененький. Но не весь зеленый, а разноцветный будет. Несколько цветов мы уже нарисовали. Теперь рисуем зеленый. Волосики еще рисуем здесь.
Теперь нам осталось еще чуть-чуть разукрасить гриву единорожки. Она у нас будет оранжевого цвета. Такой вот фон я сделала розовым цветом. Рисуем глазки. И рог рисую.